меньше с каждой секундой, надо уже ставить пакет. Но и там уже на будке будет человек? Нет, без нее. Действует эстак, ошибается на самом деле. Элик может такое тащить, это 73 хп. Нужно вместе сыграть Плопски и Хампусу, и при этом это ретейк с АВП от Капитана, который пока что на девятке не открывается вообще. Нужно понять, как действует электроник, и, скорее всего, эту информацию будет приобретать Плопски. Флешка полетела, девятка вышла. Элик забирает еще одного. Один на один против Плопски, но нет! Не выйти, тот ставит хедшот, но какая попытка здесь? Позиция на Рокете, и как он сыграет на этой линейке. Рез, ключевой момент, выпад, забирает электроника, это важный минус. Дальше можно пройти еще против второго, это Симпл, получает хедшоты от Реза. Хампуса прошли, Бумыч на месте. Нет, Рез с этим не согласен. Третий минус уже. Перфекта и бит. Ситуация 2 на 4. Они очень далеко друг от друга. Бомба поставлена. Перфекта за плентом. Его загоняют. И бит остается не у дел в этом раунде. Каждый сам за себя был в этой концовке. Бита еще не спалили. Но уже сейчас Плопски чекает спину. Без китов. Есть диффуз. Это дает биту вообще шанс хотя бы сориентироваться. Но нет. Слишком четко на позиции стоит снайпер NIP. NIP выходит вперед по счету. Вот такая здесь вот удивить. Игра. Хотя посмотрим до концовки раунда. Еще много времени. Simple забирает эстага. Это было на А, но бомба-то на Б концовка делается. Simple уже распечатал физиономию Фози. И еще и Плопски забрал в охапку. Триплуха от Симплухи. Бумыч не слышал ротации. Элик, ну ладно, об этом попозже. Пока здесь быстрая разыгровка. Уф, Бумыч! Как же слушает! Патроны заканчиваются, его пока никто не может выпустить. Дабище помогает Симпл, внедряющийся через... В будке у нас находится Рез. Уходит вниз. Симпл. Три фрага. И это все хедшотами. Четвертый тоже залетает. Возможно, даже перспекта. Подождите, да, 5 секунд. Там уже бомба устанавливается. По биту была информация. У него полный раскид. Дает молик на девятку. Дальше пока гранатами не пользуется. И что сыграть дальше биту? Он пытается пушить плент. Убивает девятку. Дальше один на один ситуация против Фози. Тот с диглом. Выпад и бит. Ставит хедшот в такой даже ситуации. Хладнокровие и отвага Валерия Макова. Вконтакте. Не самый приятный соперник. Перфект. Только что увидел. Перестрелял. Наверное, главную для себя угрозу. Но это один на один. Рез против Элика. Ой, бомба будет устанавливаться на машине до конца. Рез не фейкует. Вырезает угол. Перфекто. Нет, это электроник, простите. Играет один на один. Рез! Выпад! И успевает еще войти в зум и убить противника. Хотя неплохо отыграл Элик в этом элементе. Орбит находит уже третьего для себя. В этом раунде бомба пытается ставиться. Бита все-таки убивает. Плопски, понимаешь, что не пускай ставить еще бомбу. Бомба установлена. Но Перфекто один на один. Справляется все-таки против Плопски. Еще поиграем на оверпассе с вами, дамы и господа. 16, да, 16%. Обычно ходит Фоузи через смог. Вот причем такая халявка. Дальше есть шанс еще шорт убрать. Так и получается. Хампус шел на размен. Пришел на поминки. Плопски замечает. И мне второго минусует. Ковры убирают весь собой Плопски. А это и бомба. А это потенциальный раунд с такими темпами. Бумычу нужно брать клатч. А как это сделать, непонятно. Да, по Бумычу информация получает. Как же круто был...